проходят графики функции. Нарисовать график функции, уравнение даже, это не функция. Корень из x плюс корень из y равно единице. Вот такой нарисовать график такого уравнения. И желательно не просто его нарисовать, а что это будет за кривая. Можно по точкам, конечно, нарисовать приблизительно. Но вот. Для разминки, вот если кто, некоторые дети любят просто размяться, немножко мозги расшевелить перед началом урока или просто так на досуге. Вот есть такая задача. 3 на 3, как крестики-нолики. 2, 6, 1. Вот так. Расставить свободные клетки числа натуральные, не больше 24. Натуральные, различные. Не больше 24. Так, чтобы в любых двух ячейках, в любых, пишу вот так, вот я думаю, знаю. Да. Значение двух соседних, это имеется в виду вот такие вот, не диагональные, в соседних ячейках или клетках одно число делилось на другое. Здесь 2 делится на 1, 6 делится на 2. Естественно, 2, не 1 делится на 2. Одно достаточно на другое. Различное, да. Число. Да. Делилось, но это для взрослых это на скорость. Да. Дети могут долго решать на другое. Ага. Очень много вариантов на самом деле, поэтому можно находить, как минимум 9 вариантов есть. Ну, и да. если понравится, то можно этот квадрат расширить, нарисовать. Вот так вот, 4 на 4, с теми же исходными данными. Это, давайте так, чтобы было понятно. Вот так, чтобы все было красно, что ли. И да. Там какие должны быть? И то же самое условие. Одно число делилось на другое. Ну и уж каждый для себя выберет верхнюю планку. На 24? Нет, 24, конечно, нет. Она изменяется, да. 4 на 4 квадрат. Это получается меньше либеральности 4. Это 3 на 3. На 3 квадрат. Так, 4 на 4, 100. А 4, а как вы думаете, что? 120. 4 на 4, 120. Ну, в принципе, неплохо, но меньше, для начала можно меньше 100. То же самое. А я думал, факториал следующего числа. 3 на 3, на 4 факториал. Меньше ли бы равно хотел бы для начала 100 сделать. Потом дальше можно эту планку понижать. До? Понижать. Ну, я смог понизить до 60. Ниже не знаю, по-моему. А доказать уже, что меньше 60 нет, это, наверное, уже достаточно непростая. Ну,